И всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Ника, с вами Ник. Сегодня поговорим о Pokemon Go. На конец этого года Niantic решили устроить небольшой мини-ивент, с помощью которого до 29 декабря вы сможете поймать Пикачу. Для тех, кто сейчас перестал в эту игру играть, лично я в нее играл, и даже для нее специально телефон новый покупал себе, представляете, насколько мне нравилась эта игра, да? Сейчас я в нее уже не играю, она крутая, просто мне что-то, знаете, перестала... Нормально работаю, нужно обновлять, сейчас нет, дело, короче, дело нужно, я ютубчиком занимаюсь, нет времени бегать по улицам. Сейчас ивент, с помощью которого вы можете поймать Пикачу в шапочке новогодней, да, довольно прикольный ивент, поэтому, например, идете вы там в школу, в институт, на работу, берете, включаете ваш телефончик и ловите этого Пикачу, он сейчас много спавнится, поэтому, ребята, давайте быстро ловите этого Пикачу, потому что потом будете жалеть, если эта игра снова спрыгнет вверх, а это сейчас очень возможно, так как они потихоньку добавляют второе поколение. Сейчас уже были добавлены несколько покемонов, Магби, Пичу и тоже еще какие-то двое покемонов, но они только в яйцах, да, ну ничего, но она сейчас может подпрыгнуть, поэтому быстро идите на улицу и можете ловить этих покемонов, всем советую, Пикачу очень крутой, лучше на улицу не выходите, на самом деле сейчас холодно, простудитесь, не выходите на улицу, ребята, если вы досмотрели до этого конца, я беспокоюсь за ваше здоровье, поэтому не выходите, выходите, только если куда-нибудь идете, попробуйте поймать его, но не выходите специально, чтобы его ловить, тогда все, всем спасибо и всем пока.